Доброе утро всем. Мы продолжаем наше успешное продвижение по продвинутому блоку, но при этом сохраняем, естественно, сохраняем дни растяжки и дни отдыха. У меня сегодня именно такой день, поэтому я не особо заморачивался на тему того, на какой площадке снимать. Как видите, за моей спиной есть какие-то остатки площадки. Но это она была здесь. Кстати, очень прикольное место, да? Такое вот. Но из площадки здесь только вот эта вот шведская стенка и что-то детское. В любом случае, не буду сегодня здесь заниматься, буду дома растягиваться. И это все, что я могу сказать. То есть мы продолжаем. Не знаю, вчера я делал круги, как вы заметили, без вообще каких-либо лишних слов. Круги. Я делал подходы. Я сократил, это вторая уже была тренировка по подходам. Я сократил время отдыха до 30 секунд. Во всем, кроме подтягиваний, это мне далось нормально. То есть даже там в приседании выпады, наверное, были легко. Поэтому буду постепенно наращивать нагрузку. Наверное, в ближайшую уже там завтра увеличу, может, эти приседания до 15, потому что отжимания уже по 15 делаю. Вот. Почему? Потому что в этом и смысл всего продвинутого блока. Если вы переходите на подходы, вы делаете его более силовым. А чтобы он был более силовым, не должно быть слишком легко. Вот. При этом я, естественно, оставлю ограничение в 30 секунд, потому что и так тренировка увеличилась до 20 с лишним минут. Раньше она была 12 минут, сейчас 20 с лишним. Это очень долго, и в плане того, чтобы это записывать на морозе, чтобы камера выдерживала. Поэтому буду за этим следить. А в остальном буду увеличивать количество до тех пор, пока мне не станет там просто легко или средне выполнять подходы. Вот. Что еще интересного? Мы выложили обзор. Олег подготовил прекрасный обзор на книгу Пола Вейда «Тренировки заключенных». Это такая популярная в интернете среди новичков особенно тема, в которой на самом деле очень много ерунды написано. Очень много вещей, которые могут вас травмировать. Очень много вещей, которые не соответствуют действительности. В общем, в обзоре все это разобрано. Я абсолютно согласен со всем, что написал Олег. Очень рекомендую вам прочитать. Если вдруг у вас кто-то пытается заниматься по этой книге, то посоветуйте ему сначала ознакомиться с обзором. Вот. Такие вот дела. Реально горжусь. Наконец-то мы начали обозревать книги. Может быть, когда-нибудь дорастем до обзора фитнес-блогеров с указанием их всех прям ошибок. Жду не дождусь этого момента, но... К сожалению, чтобы нас слушали, нам нужно поднять еще уровень выше. Пока уровня недостаточно, чтобы народ к нам прислушивался. Фух, вот и все. Не буду больше морозиться, пойду дальше работать. Время обеда, оно не безгранично, и хочется как-то поесть еще и поработать. Так что увидимся завтра на новой площадке, буду делать подходы. Всем хорошего дня, хороших тренировок. Пока.